Спаси Господи! Добрый день, уважаемые родители и дорогие ребята! Мы приветствуем вас в цикле «Воскресная школа рядом» на уроке священной истории Ветхого Завета для дошкольников и младших школьников. Перед началом любого дела давайте помолимся. Царю Небесный, Утешителю, Души истины, иже вездесый, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наши. Итак, дорогие ребята, еще раз я рада приветствовать вас на нашем уроке, где мы будем с вами изучать священную историю Ветхого Завета. А тема нашего сегодняшнего занятия – заповеди Божьи. Но где же моя помощница, Божья коровка? Где же она? Ой, тетушка Сова. Здравствуйте, тетушка Сова. Здравствуйте. А где же Божья коровка? Вы случайно ее не видели? Ой, случайно видела. А что же случилось? Сегодня Божья коровка. Я хотела ее выручить. Ай-яй-яй. Но я думаю, что вы сегодня нам поможете с ребятами очень сложную тему понять. С радостью. И тема, ребята, как я уже вам говорила, заповеди Божьи. Итак, давайте, ребята, вспомним, о чем же шла речь на прошлом занятии. Вы изучали тему, которая звучала так: скрижали, дарование закона. И шла она речь о каком пророке, о каком народе? Тетушка Сова, помоги ребятам вспомнить. Наверное, о еврейском народе. А о пророке каком? О пророке Божьем Моисее, конечно. Совершенно верно. Помните, ребята? И шла речь о пророке Моисее, о том, как пророк Моисей по велению Божьему вывел еврейский, израильский народ из какого рабства? Египетского рабства, из страны, которая называлась Египет. Совершенно верно, ребята. Также мы с вами помним, что народу было очень много. Это было не 10, не 20 и даже не 200 человек. Помнишь, тетушка Сова? Конечно, помню. Это было большое количество народа, которое перешло через Черное море. А я знаю, это море не черное. Не черное, черное. Красное. Да, Черное море. По велению Божьему вода расступилась, и как по суше прошел израильский народ на другую сторону, чтобы их не догнал кто? Конечно же, войско фараона. Чтобы их не догнал фараон со своим войском, безусловно. И вот народ израильский, избавившись от египетского рабства, вышел в страну обетованную. Сразу ли они попали в эту страну, тетушка? Нет, ведь путь их был неблизким. Очень неблизким. И длился он сколько лет? 40 лет. 40 лет, да, дорогие ребята, 40 лет народ израильский путешествовал по пустыне. И, безусловно, встречались разные препятствия и сложности на этом пути. Но произошло одно событие, которое изменило ход всей мировой истории. И это событие связано с дарованием закона для всего человечества. Итак, дорогие ребята, мы с вами, видите, вспомнили все то, о чем шла речь на прошлом уроке. Какое же главное событие произошло? Это, безусловно, дарование закона. Итак, мы остановились на рассказе, когда весь израильский народ подошел к горе. Горе, которая называлась как? Гора Синай, наверное. Гора Синай, или еще и второе название — гора Хорив. Под горой остановилось все израильское население. Разбились палатки, напоили верблюдов, осликов и много других животных. Да, тетушка Сова? Конечно, ведь они двинулись в путь со всеми своими животными. И вот тогда пророк Моисей поднялся на гору Синай и начал молиться, единому Богу о том, чтобы Господь указал, что же делать дальше народу израильскому. И Господь в громе молнии и грохотании, которые слышал, безусловно, народ израильский, беседовал тоже с Моисеем. И что же он дал? И он дал народу израильскому закон. Что такое был закон? И это были на скрижалях. У меня есть пример, но, конечно, это не те скрижали, но это такой пример у нас на урок. Как говорят преподаватели, наглядное пособие. Так вот, ребята, пример вот таких вот скрижалей, действительно, это были две каменные плиты, на котором Господь начертал 10 заповедей. И эти 10 заповедей очень важны. Как ты думаешь, тетушка Сова, зачем необходимы были эти 10 заповедей для народа израильского? Чтобы люди выполняли закон, данный Богом. Правильно, и жили, правда, конечно, по этому закону. И вот сегодня мы с вами выучим, постараемся, по крайней мере, эти 10 заповедей и сможем объяснить, в чем же состоит их смысл, содержание. Итак, сейчас я вам буду читать каждую заповедь на церковно-славянском языке. Вы знаете, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий дали для нашего славянского народа великий дар. Это переведенные книги, Библию на церковно-славянском языке. И заповеди тоже мы будем читать вам на церковно-славянском языке. А чтобы было легче понять, тетушка Сова будет нам помогать и что? Конечно, переводить. Переводить на современный, да, более понятный язык. Но я думаю, что вам все будет все понятно. Итак, первая заповедь, всего их, мы помним, было 10, да, тетушка Сова? Конечно, первая заповедь 10. Звучит так. «Аз есмь Господь Бог твой, и не будут тебе бози иные, разве мне?» Что это значит? Означает: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Это значит, ребята, что надо больше всего и всех на свете любить Бога. Правда, тетушка Сова? Конечно, Бога. А Бога любят не только люди, а птицы, а Божьи создания любят Бога, тетушка Сова? Все создания Божьи, правильно. Мы не можем не любить своего Творца и Создателя. Конечно, и никаких других богов, башков не может быть, ибо все это языческие башки, а Бог у нас един и троичен в лицах. Итак, первую заповедь мы поняли, да, ребята? Вторая заповедь. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небесе горе, и елика на земле низу, и елика в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им». Это означает: не делай себе никаких идолов. Или кумиров, да? Конечно. То есть мы не должны впадать в язычество и представлять, что Бог – это, например, какая-то деревяшка, да, дерево, или гром, или еще кто-то. Это так думают язычники. Мы же, православные христиане, знаем, что Бог – один, правда? Никакие люди, никакие предметы не могут заменить Господа Бога нашего. Не могут. Нет, ребята. Вот еще раз давайте запомним это твердо. Третья заповедь. «Не возьмеши имени Господа Бога твоего в суе». Это обозначает, что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. А что это такое? Сейчас я вам объясню. Часто в семье, и не только в семье, на улице мы можем слушать: «Да ради Бога», «Клянусь Богом» и так далее. Это фразы, которые мы не должны произносить. Ибо имя Господа свято, правда? Его надо уважать. Конечно, и произносить с благоговением, то есть с особым почетом, да, тетушка Сова? Да. То есть мы, называя имя Господа, Иисуса Христа, Пресвятой Троицы, имя святых, Пресвятой Богородицы, мы уже славим их имена, поэтому их нужно говорить с особым почитанием, с особым благоговением. Ну что, а мы идем дальше. Следующая, четвертая заповедь. «Помни день субботный, еже святите его, 6 дней делай, и сотворишь и в них вся дела твоя, в день же 7-й суббота Господу Богу твоему». Помни воскресный, после воскресения Господа нашего Иисуса Христа, этот день освящен и особо почитаем всеми христианами, ведь каждое воскресенье Малая Пасха. Да, ребята, совершенно верно. Малая Пасха. И тетушка Сова не ошиблась. Ни разу в году у нас Пасха. У нас еще и Малая Пасха. Это каждое воскресенье. А что же мы должны делать в этот день, тетушка Сова? Как ты думаешь? Каждой недели мы можем работать, а воскресенье должны проводить свято и чтить святое имя Господне. Конечно, и мы должны выполнять богоугодные дела, правда? Помощь ближнему, да, тетушка Сова? И нам, малым братьям вашим. И, конечно же, вам, малым братьям, птичкам, зверушкам. Но не забывать, что мы должны начать этот день с посещения храма и божественной литургии. Хорошо, идем дальше. Следующая заповедь, ребята, будьте внимательны. Вот сейчас она очень будет вам нужна. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо те будет, и да долголетен будешь и на земли блазе, и же Господь Бог твой дает тебе». Уважай отца твоего и мать твою. Правильно, ребята, вы сейчас еще детки, поэтому одно из обязательных ваших послушаний должно быть почитание родителей и пребывание в полном послушании у них. Что это говорит? О чем это говорит Господь нам в этой заповеди? О том, что мы не должны прикословить родителям, мы не должны вести себя неподобающим образом с родителями, мы должны слушаться их и стараться все исполнить, что говорят родители. Ведь родители разве хотят что-то плохого для своих детей? Как ты думаешь, тетушка Сова? Конечно же нет. Даже в нашем птичьем царстве детки, пока не вылетают из гнезда, слушаются нас, родителей, и ни в чем не перечат нам. Вот видите, пример, как даже маленькие Божьи творения выполняют эту заповедь, да, тетушка Сова? Обязательно, ребята, не забываем об этом. Следующая заповедь. Не убий. Не убивай. О чем говорит нам эта заповедь? О том, что все вокруг нас – это Божье творение. Даже маленький комарик, или маленькая птичка, или даже муха – это тоже Божье творение. Паучок, Божья коровка – все-все создал Господь премудро и не случайно. Поэтому даже вот святые отцы, они даже мухи не убивали, потому что это все Божье творение. Поэтому, ребята, убивать – это великий грех, и такого делать нельзя. Будем с вами уважать, чтить и любить все Божьи творения. Ну что, мы продолжаем. «Не прелюбы сотвори». Что же это значит? Это значит, что надо быть чистым в мыслях и желаниях, быть верным с людьми. Конечно. Необходимо, чтобы наши мысли были чистыми. Нельзя думать плохо или неподобающим образом. Это тоже грех. Мы должны быть чистыми, как младенчики, всегда помня, что мы в любой момент можем предстать пред Господом и давать отчет о том, как мы вели себя. Поэтому надо очень следить за своими мыслями и делами. Правда, тетушка Сова? Да, еще мы должны выполнять данные Богу обещания. Обязательно, конечно. Это важно? Конечно, важно. А людям, которым мы обещали, мы должны стараться выполнять то, что мы обещали? Обязательно. Обязательно. И не забывать. Господь все слышит, знает и видит. Правильно. И не забывать, что Господь всевидящий, всезнающий, что Он все слышит и знает. Поэтому необходимо тоже помнить о своих обещаниях пред Богом и пред людьми. Ну что, а мы продолжаем. Не укради. Не воруй. Да. Это закон, который дал людям Господь. Почему? Ведь красть, отбирать что-то, что тебе не принадлежит, это же грех. Конечно, грех. И так поступать нельзя. Ну, если, например, кому-то в школе или в детском садике понравилась игрушка или карандаш. Вот я хочу такой же точно карандаш. Разве это было бы хорошо, если бы мы взяли у этого мальчика или девочки и отобрали этот карандаш, ручку или книгу или игрушку? Ведь мы бы расстроили, правда, этого человека? Конечно, расстроили. Вот в нашем дичьем царстве мы друг у друга гнезда не отнимаем. Ну да, тетушка сова, стараетесь, но тоже, да, грех вошел и в ваш мир, в ваше птичье царство. Есть ведь такие птички, как кукушки, помните? Ну, она гнезда не отнимает, она своих малышей подкладывает. Ай-яй-яй, тоже плохо делает, правда? Мы постараемся так не делать. И, конечно, чужого не брать, правда, ребята? В коем случае. Поэтому мы с вами запомним, что чужое брать нельзя. Можно что? Попросить, правда? Мне нужен карандаш. Дай мне, пожалуйста, на время карандаш. Или можно я поиграю с твоей игрушкой? Ведь мы можем так попросить другого человека, нашего друга, подругу, которая, безусловно, с радостью с нами поделится. Ведь жадничать тоже некрасиво, правда? И это тоже грех. Конечно. Итак, мы продолжаем. «Не послушествуй на друга твоего свидетельство ложно». Что же это значит? Не говори неправды на других. Безусловно, клеветать, врать, говорить неправду о том, что человек не делал или не видел, или просто клеветать на другого человека – это грех, и такое делать нельзя. Необходимо говорить правду. Особенно нельзя обвинять других людей и зверей в том, что они не делали. Безусловно, это называется клевета на другого человека или на другое творение Божье. Это тоже делать нельзя. И следующее, последнее, о чем Господь заповедал и дал закон, это 10-я заповедь. «Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего елика, суть ближнего твоего». О чем же это такая длинная заповедь? Здесь говорится о том, что нельзя завидовать никому. Вот, оказывается, длинная заповедь, а умещена ее содержание в очень кратких словах. Не завидуй. Нам нельзя завидовать. Да, у кого-то может быть немножко новее платье, немножко красивее игрушки, немножко лучше машинка, с которой играем. Или больше гнездо. Или больше гнездо, как говорит тетушка сова. Но мы не должны завидовать никому, ибо то, что нам сейчас дал Господь, это для нас лучшее. Ведь Господь нам Отец наш Небесный. А как кто, как не Отец, знает, что нам лучше всего надо? Вот у совы есть что? Дупло. Правда, сова? Нравится тебе в дупле? О, конечно, нравится. Это мой дом. Конечно. Я там родилась, там родились мои детки. Правда. И они очень любят, думаю, ваш дом. А мы, каждый имеет тоже свой дом. И имеет то, что Господь послал в нем. И этому надо что? Радоваться. И быть благодарным Богу. Правильно, ребята. И быть за все благодарным Богу. Вот сегодня мы с вами выучили, я надеюсь, вы поняли содержание 10 заповедей, которые дал где Господь израильскому народу? На горе. На горе. Которая называется Синай. Синай. Совершенно верно, ребята. Давайте еще раз вместе повторим это название. Синай. Совершенно верно. И вот получил Божья коровка Моисей скрижали, это 2 каменные плиты, на которых были написаны заповеди, и спустился вниз, где, как ты помнишь, его ждал кто? Его народ. Народ. А что же делал в это время народ? Наверное, он молился? Нет, к сожалению, люди забыли все хорошее, что Господь для них сделал через пророка Моисея. Да, вот здесь тетушка сова правильно говорит, они забыли. И когда Моисей спустился, он увидел, что, к сожалению, народ не находится в молитве к единому Богу, а народ сделал себе из золота золотого тельца, водрузил его на специальный помост и вокруг него совершал Не очень хорошее действие. Фактически поклонялся кому? Поклонялся тельцу золотому. Да, тетушка Сова. Поклонялся языческому божку, а не Богу единому. Моисей так расстроился, ведь, представляешь, он столько лет, месяцев молился ко Господу, выводил народ из Египта, из плена египетского. Молился Богу. Да, получил от Господа великий дар, законы, по которому народ должен жить. А народ так поступил. Моисей в сердцах опустил руки, и скрижали разбились. Тогда народ понял, что он вел себя неподобающим образом. Ко всем пришло покаяние. Они начали просить Господа слезно, на коленях, молились и просили Моисея, чтобы он просил Господа, чтобы простил Бог их за их великий грех. Бог помиловал людей? За идолопоклонничество. Конечно, после того, как они действительно от сердца покаялись и признали, что они вели себя очень плохо, Моисей опять пошел на гору Синай. Он со слезами просил Господа помиловать народ, который не ведал, что творил. Как ты думаешь, тетушка Сова, Господь простил за такой грех народ израильский? Думаю, что да, ведь Господь наш милосердный, конечно, милостивый. И Господь любит все свои творения, хоть мы и не очень хорошо поступаем, да, иногда бывает, да. Конечно, Господь простил, и Моисей опять вернулся, и у него были новые скрижали. Господь дал народу закон, где еще раз подтвердил 10 заповедей, о которых мы с вами говорили. 10 заповедей, по которым и сейчас мы должны их не забывать и жить по ним. Они выглядели как таблички? Они, да, тоже были начертаны на 2 каменных скрижалях, как мы уже сегодня с вами видели. Вот, только это были гораздо больше, тетушка Сова, 2 каменные таблицы, и на них были умещены и начертаны 10 заповедей. То, что народ должен был выполнять и чего не должен был ни в коем случае делать. Все это объяснялось здесь. И сейчас то, что все люди должны выполнять, и то, что ни в коем случае не должны делать. Итак, ребята, мы сегодня с вами на уроке ознакомились с 10 заповедями Божьими. И помним, что Господь дал народу и всему человечеству эти заповеди на горе Синай. Получил их пророк Божий Моисей. Правильно. И эти 10 заповедей и говорят и о любви к Богу, и о том, как нужно любить ближнего, да, и о том, как не должен поступать человек. Я надеюсь, что вы помните все это после сегодняшнего нашего урока и совершенно верно будете это исполнять. А сейчас, ребята, давайте помолимся после окончания урока. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаю.